Автомобилисты угрожают транспортным коллапсом в центре столицы. На 15 октября назначили марш протеста против повышения акциза на топливо. В Министерстве инфраструктуры уверяют, возможность увеличения этих сборов даже не рассматривают. Но активистов это не успокаивает. Они требуют у Кабмина документального подтверждения, а также отчета, куда идут уже вырученные деньги. Ведь сейчас около 5 гривен налога водители платят при покупке каждого литра бензина. А дороги все хуже. Має бути достатньо прозоро в онлайн-режимі, щоб кожен автомобіліст міг зайти і побачити, що в Україні реалізована така-то кількість пального, з неї в онлайн-режимі видно, що така-то сума, це достатньо просто акцизу відрахована, і ми бачимо до останнього квадратного метру, де ці дороги